прадед. Прилуцкая церковь. Пакет привязанный к мостику. Зачем он тут? Под мусор. Доехала я довольно быстро. Нет, по этим мосточкам я не пойду, я не самоубийца. Плавать не умею, воды боюсь и вообще. Мало ли чего, к тому же там мосточки как-то частично отдельно стоят. Я не фея Винкс. Я просто чайная. Фея. А не 22. Можно, наверное, было покупаться немножко. Тут уже три теплохода прошло. Вообще где-то есть речка. С птичкой название связано, все время забываю. Там раньше купались. Может, как-нибудь получится просто съездить. Если помню, как туда забраться. Например, это помню. Это было-то. Когда я там была, 15 лет, наверное, последний раз. Еще теплоход, то ли один из тех. Я где-то там. На другом берегу Угличу. Ну или как-то так. Ну, солнышко выходит. Солнышко. Согрей меня, солнышко. Вон там мой велик. Ну вообще он борен. Может, выходной, если Света явится. Если она точно Света. То можно будет здесь погулять. Мне обещали погулять по прилукам. Так сейчас как-то спускать велик неохота, я нагружен слегка, да и вообще одной тут шарахаться, тут к тому же ездят машины грузовые. Это у нас шестой день. Попробуем подняться по лесенке.
Вот тут как. Кладбище, где ветер свищет. Где мои родственники живут. Мертвые же тоже живут где-нибудь. Скажем так, умершие родственники. Некоторые умершие родственники. Честно, что это за растение? Красотень. Здравствуйте, пусть исполнится мой велик. Ух ты, кошка. Кошка. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кошка, кошка. Кошка. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Муська, муська, муська. Она меня не слышит и не откликается. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Эй, пофиг, дым. Пропала кошка. Интересная плитка. Частично проваливаются ноги. Ух ты, изразцы, или что это? Восстановили или они были? Там что-то еще делают. На к березкам, наверное, и не подойдешь. Не узнаешь, как они так выглядят. Почему? Почему такие березки? Церква. Может подойти к церкви? Как она работает, эта церква? Два замка. Десятого. Сегодня какое? Раз, два, три. Четвертое. Сегодня не работает. Какая веточка. Изымок. Белая. Красная. Надо ли мне купить печенье, про которое я забыла? Или хватит пироженок? Кстати, спасибо Диа за хорошую погоду. Цветочек. То ли мусор, то ли так. Да. Так и не подойдешь к березкам-то. Печально. Ну да ладно. Ух ты, шиповник. Шиповник же, да?
Много как его. Столько шиповника пропадает. Значит, шиповник уже созрел местами, раз он здесь красный. Интересные все же березки. Надеюсь, мой там велик никто не скоммунизит. Хотя основные это коммуниздильщики в Воздвиженском теперь живут. Какая-то фонарь шлюпал. Колонка все еще живая. Пойдем обратно. Что это такое? Кто знает, что это? Напишите потом в комментах на YouTube. Что вот это? Что это за штука? И может и хватит мне. Проживу без печенья. Тут тоже шиповник. Какой интересный. Может просто ему никто не мешает, поэтому его много. А у тети Вали крапива и всякая хлебуха. Но он уже не цветет, значит только не цветущие шиповники уже красные. В принципе, он декоративный, от него особо толка нету. Машина какая-то выехала. Вроде не было. Я думала, это какой-нибудь поп. Поп-арт. А солнце видно, нет? Бабочка летит. Белая. Белая жопа с ушами летит. Немножко города мертвых. Где обитает частично моя родня. Даже та, которую в глаза, возможно, не видела никогда вживую в этой жизни. В этом теле. Я как Канама Куран. Со способностью уменьшать тело. В реинкарнациях. Еще раз. Кусок церкви. Для тех, кто верует в церковь. Или просто любит красивые вещи.
Экшен у меня то ли сама автоматом включилась заново, когда закончилось время писания, то ли хрен ее знает. Посмотрим. Может, обратно что-то запишется. А может, съезжу сюда еще раз и запишу уже выбросил. Путь-то от дома, точнее от фермы, перекрестка фермы, до Прилук записался точно. Я даже ездила за книжками, книжки сдавала. Мамины коллеги там были. Экшен разрядилась. Магазинчик коммерческий, походу, дело не жилец. Интересно, тот чувак, где теперь работает. Лишили чувака работы. Вроде еще года 2 или 3 назад он, даже 2 назад, еще ездил. Значит, работал магазин. Могли бы кафе сделать. Все надо будет в деревне спросить, наверное, люди в курсе, что тут вообще как. Это сетка, я думала, это гамак большой, это, наверное, эти, играть во что-то там. Говорят, наши соседи напротив тут помогали строить, в смысле работали на площадке этой детской, спортивной площадке. Тут есть качалька. Если случится так, что этой осенью я погуляю тут со Светой, я покачаюсь на этой качельке.